день? Конечно же, помню. Господи, что я ей скажу? Эльза, пожалуйста, открой. Эльза. Черт, Эльза, ты меня вообще не слышишь? Эльза! Похоже, ее нет дома. Что мне делать? Что же любит Анна? Что же она любит? Вот бы узнать. Похоже, моя сестра не может определиться с подарком. Ха, не знатоха. Но это отличная идея. Я ей покажу такую пакость, что ни Эльза и никто не поймет, кто это сделал.